А что запомнилось больше всего? Какой день больше понравился тебе, ближе был? Мне понравился сегодняшний день очень. У нас была генеральная репетиция, уже подготовленная сцена, свет, уже эмоции, наверное, самые, ну, почти самые искренние, самые такие завершающие. Уже все готовы выступить, выдохнуть. Это было как-то так естественно, непринужденно. Очень понравился сегодняшний день. Так, ну расскажи, как отношения с девочками? Мне очень нравится, это первый мой конкурс такого уровня, такого масштаба всероссийский. До этого я участвовала в немногих, конечно, но участвовала, и они были городского масштаба. А тут уже Россия, тут другой уровень. Ну, у меня вообще эмоции зашкаливают. Мне нравится общаться с девочками, все безумные красотки. Я не знаю, как будет жюри выбирать, это просто, мне кажется, очень сложно. А расскажи, зачем девушки вообще участвуют в конкурсах красоты? Что они ждут и что ждешь ты от этого конкурса? На самом деле, просто ты получаешь от этого удовольствие. Для меня это просто как отдых, можно сказать. Это не работа, это просто наслаждение репетициями, промежуточными конкурсами. То есть это приятное времяпрепровождение, так скажем. Ну, расскажи немного, как девочкам справляться с волнением, как все-таки победить в том конкурсе, как выделиться. Ты уже знаешь, это как никто. Так как я с самого детства занимаюсь театральным искусством, то, наверное, у меня это уже вошло в привычку, и я думаю, этот совет поможет очень многим девочкам. Перед сценой все очень часто ловят какое-то непередаваемое волнение, но когда девочки выходят на сцену, мне кажется, главное расслабиться именно в момент, когда ты уже зашла на сцену, и просто получать удовольствие. Так, расскажи, какие ожидания на этот раз? Готова ты к победе? Конечно, я готова к победе, я уверена в своих силах и могу сказать, что в этом году все девочки очень сильные и я буду, в принципе, рада любому исходу. Но, конечно же, как и любая конкурсантка, я бы хотела, чтобы победа была именно за мной. Но были какие-то сложности во время подготовки к этому конкурсу? Я не могу сказать, что мне было сложно, поскольку я уже представляла, что меня ожидает и в моральном плане, и в физическом. Этот конкурс проходит немного легче, потому что он идет всего неделю, и я все, в принципе, сейчас у меня проходит таким образом, что я сравниваю свой предыдущий опыт в конкурсе и этот. Ну, расскажи, как справляться с волнением? Я смотрю, ты очень спокойно. Поскольку финал только завтра, вот нет этого ощущения, будто бы завтра все уже произойдет, как будто бы мы еще будем репетировать, находиться здесь, поэтому пока что я спокойна. Надо будет за сценой, наверное, приходить и снимать девочек. А какое ожидание от конкурса? Ожидание, наверное, сделать глобальное шоу, которое понравится зрителям в первую очередь, а уже потом представить свою страну, в моем случае, а у девочек города. Я думаю, это самое главное, представить достойно. А у тебя же был опыт в конкурсе красоты до этого? Да, я участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан». И как? Какое место заняла? Заняла второе место. Поздравляю. Ну расскажи, как справляться с волнением, раз ты уже, оказывается, все знаешь, ты не в первый раз. Знаете, для меня, наверное, с волнением невозможно справиться. Ноги все равно будут трястись, даже если ты выходишь на сцену в сотый раз. И ради этого волнения стоит выходить на эту сцену. Ну что ж, друзья, и вот наша первая победительница в титуле «Мисс Дружба 2019». Ну, расскажи свои ощущения уже при победе. Ой, знаете, на самом деле не ожидала, потому что очень много достойных девушек, которые также достойны титула «Мисс Дружба», все хорошо общались, все очень мило обнимались. Я удивилась, когда девчонки давали мне розу одну за одной. Я смотрю, их так много, как их держать? Девочки рядом, у них тоже есть розы. В общем, не передавай. Ты счастлива? Да, я счастлива очень сильно. Я открытый человек и очень люблю, когда люди принимают мою открытость и взаимностью отвечают. Пожелай девочкам какие-то слова напутствия, что ты можешь им сказать завтрашнему дню. Я девочкам желаю хорошо выступить, представить свой город успешно, ни в коем случае не расстраиваться, если что-то пойдет не так. Какие можешь слова напутствия сказать? Главное не стесняться, верить в себя, ведь все девушки абсолютно замечательные, индивидуальные и прекрасные.